Алло, психушка? Привет, меня зовут Трёха, и это Любовь Кальян Рок-н-ролл. Друзья, сейчас на столе вы видите у нас огромную зубную пасту. На самом деле, мы решились на это. Мы долго не могли прийти к консенсусу. И все-таки сделаем обзор на табак Space Smoke. Причем не на их гель, жидкость, тире, слэш, смузи и так далее, именно на табак. Ребята просто сказали, вот, у них появился анонс, меня звали на презентацию, что мы выкатываем свой табак. Приехал вот такой блогер-бокс в виде большого тюбика с акцизной маркой. Представляешь, нужно, блядь, телефон нахуй, вот эти старые моторолы, чтобы отсканировать акциз. Короче, шо внутри? Вот это я сразу уберу, потому что он полкадра заморачивает нам. А внутри у нас находилась их чашечка для кальяна с фирменной гравировочкой Space Smoke. Увесистая, судя по всему, очень похожа на Вергмунд, по крайней мере. Я не знаю, кто им делает, но, по-моему, это Вергмунд. Так очень похоже. Дальше. Внутри находилась у нас футболочка по размеру на славу. Вот примерно так. То есть мы с Ромиком вдвоем ее можем одеть, и все будет окей. Короче, Слав, приедешь в Москву, с меня футболка. Вот. А может и нет. А может ее Ромик заберет и будет как в платье по дому ходить. Значит, также в боксе были брошюрочки с описаниями вкусов. Это нам сейчас потребуется. И здесь всякая ознакомительная информация. Я открыл себе небольшую шпаргалочку вот здесь, чтобы ничего не упустить из вида. Поэтому все ненужное мы убираем и оставляем только нужное. И в крышечке этой огромной вот этого тюбика были все ознакомительные вкусы. Мы их и оставляем. Что они сделали? Табак также в тюбиках, как и их гель, паста, тире, смузи. Для кальяна все приходит вот в таких штуках. Все с наклеенным акцизом. Все есть. Я очень сомневаюсь насчет удобности этого всего этого дела. Но это мы сейчас будем проверять. Давайте по базовым основным пройдемся тезисом. Собственно, концепция, состав, очищенный глицерин, инвертный сахарный сироп, табачный лист Берли, минеральная основа, европейский ароматизатор. Вот так вот. Сбалансированный вкус, стабильная ароматика и умеренная крепость. Крепость 5 из 10. Я понимаю, что это удобно, но не знаю, насколько это правильно. Преимущество. Насыщенный вкус, сниженный расход, удобная упаковка. А вот упаковку мы сейчас, бля, проверим, насколько это удобно. Так, это все я прочитал. Рекомендация по забивке. Вот. Очень многие производители всегда дают рекомендацию по работе со своим табаком. Чем это хорошо, чем плохо? С одной стороны, что вы такие, это не только к Space Smoke, а в целом относится к многим табачным производителям, и такие, мы рекомендуем вот так. То есть по-другому это работает хуево. По моему мнению, табачный продукт чайный должен работать на всех чашках, и тогда будет заебцом. Короче, ребята рекомендуют фаннел. 12-15 грамм, отступ. 3-4 угля, прогрев 6-8. То есть отступ 2-3 мм, 3-4 угля, прогрев 6-8. Ну, то есть такая немножко размытая. Я понимаю, с чем это связано, в этом ничего страшного нет. Фасовка 20 грамм. А, 30. Нихуя не все 30 грамм запихает. Ёбнися. 250 рублей за вот такой 30-граммовый тюбик. Себестоимость одной забивки 125 рублей без угля. Мы сегодня будем курить 5 разных вкусов, по-разному их рассмотрим на различных чашках, на различных забивках. То есть у нас будет фанул без касания, фанул с касанием, у нас будет прямоточка без касания, прямоточка с касанием, и будет одна для перегрева, естественно. Посмотрим, с чем это связано. Давайте непосредственно переходить уже к распаковке вот этого всего дела и посмотрим, что же я правда не видел. Для меня это такое... Я чувствую себя дедом, знаешь, уже весь мир скаканул для того, что табак в тюбиках, а я такой, о, старая нахла. Нет, никакой старой нахлы в нашем здании. Итак, тюбик. Бля, как зубная паста, реально, очень удобно, наверное. Это странно. What the fuck is that? Короче, я боюсь смотреть на это, потому что... Я попал в диссонанс сейчас. Здесь 30 грамм. Я знаю, что наш фаннел вмещает от 12 до 18.
при плотных можно запихать 20. Так вот. Чтоб ты понимал. Ну, все. Ну, все. А как это... А, ты унес маленькую вилочку, да? Блять, ладно, давайте. Друзья, это похоже на полимерную глину, из которой можно что-то лепить. Это все еще гель, я не могу сказать, что это табак. Но я намазал его по всей чашке. Теперь я понял, почему рекомендуют фанул. Я правда не видел, и для меня это сейчас шок-контент. Все. Все. То есть... О! Что это? Это Power... Что это такое? Сочный мандарин с пряной ноткой ароматного лайма. Ну, цитруса. Сейчас я попал в западню прямо на ваших глазах. Я действительно жал, что там мелко нарезанный табак. А это смузи. Вот это приколдес. Итак, итого, я здесь на связи с одним из представителей табака Space Smoke, и он мне сказал. Он меня предупредил, а я еще думаю, ну я же не дурак, чтобы меня об этом предупреждать. Короче, говорят, что вот такой тюбик на чашке облака на М-ке одного тюбика на две забивки. Вот что меня предупредили. Нет, я пальцами разберусь. Я вот сейчас вот. Давайте попробуем еще что-нибудь вскрыть. Перейдем уже к вкусам. Red Spark. Вот я его взял в руки. Превосходный микс терпкого граната и нежнейших ягод спелой малины. Тебе как, интересно? Так, понял. Solar Grass. Где он у нас здесь? Вот он. Ароматная лесная земляника с насыщенным послевкусием лемонграсса. Звучит хорошо. Ближе да, чем нет. Дальше. Melon Age. Летнее сочетание нежной медовой дыни со спелым сочным арбузом. В стороночку, наверное. Да, мне тоже пока не... Mars Pear. Неповторимый вкус румяной груши Duchess, спелая, нежная, сочная. Когда я услышал словосочетание «румяная груша», я подумал, Илья Ашмянцев. Думаю, где-то знакомый, близко. Короче, груша может быть интересна. Потому что... Я думаю, многие из вас знают, что положить грушу на табачный лист очень бывает тяжеловато. То есть груша выходит какая-то ацетоновая. Байкал. Освежающий вкус классического лимонада. Пока в стороночку, если что, к нему вернемся. Forest Aura. Спелые лесные ягоды с душистой хвоей. Ну, и у бруска такое уже было, помнишь тоже что-то. Sunstrike. Инвокер! Санстрайк! Свежеспеченные хрустящие вафли со сливочной начинкой из сладкого ананаса. Кстати, звучит интересно. Давайте отложим тоже сюда. Эмералд. Эмералд сладко-сливочное мороженое пломбир с деликатным ароматом фисташки. Ну, я думаю, нет. Скорее всего, это будет Polar Cream. И Dragon Heart. Я так полагаю, что это Dragon Fruit. Проблема в том, что, друзья, до того, как мы начали это снимать, я взял чашки и думаю, ага. А теперь я в западне. Что ж, давайте, вот я взял в руки Sunstrike, попробуем и его сюда запихнуть. Значит, мы сейчас пойдем... Sunstrike, да. Я мансую. Я очень долго открываю тюбик для того, чтобы в меня не попал Sunstrike. Ром, есть загадка. КС лохи, Dota геи, мы фанаты. Лотереи, это про Хардстоун. Так, давайте перейдем непосредственно к Sunstrike. Пахнет очень хорошо. Я надеюсь, что... Блин, ну 30 грамм и пиздец. Да, короче, ребята, ваши фанела, которые у вас дома, скорее всего, это облако Элька и там Смоклабовский фанел, Теламоновский, будет забирать весь тюбик непосредственно. То есть вам нужен действительно маленький, неглубокий фанел для того, чтобы это работало. Мы в очередной раз потратили целый тюбик. Мы в очередной раз... Можно производство своих чаш запускать. Я могу делать чашу, ее обкаливать, и у меня... Бля, пахнет хорошо, действительно. Давайте попробуем третью чашечку.
Я думаю, что смотреть интересные забивки мы с этим не будем, потому что, ну, вы сами поняли, как это работает. Мы просто забьем 5 чашек и перейдем непосредственно к их обсуждению. Друзья, на вашем экране максимум, что могло появиться, это вставка «A few moments later». Мы же здесь сидим достаточно долго. Дело в том, что я думаю, что многие привыкли из вас к чашкам облака, они греются чуть быстрее, наши чашечки греются подольше за счет более толстой глины. И я не знаю, сколько мы здесь сидим, но чтобы вы понимали, мы переставляем колпак с одной на другой, чтобы хоть как-то ускорить процесс. То есть дым есть, но я понимаю, что оно еще не до конца готово. То есть нет вот этой плотности. Времени прошло уже прилично, я думаю, что минут 10, наверное, да, Рома, мы сидим. С 10 минут мы ждем полного прогрева. Мы начали с первой чашечки, у нас Sunstrike, это ананасовые вафли. Давайте пока впечатление о вкусе расскажу вам. Вкус мягкий, приятный, без химозности. Заявленный вкус совпадает, по крайней мере. То есть похоже действительно какие-то вафли с ананасовым кремом или что-то типа того. С легкой какой-то кислиночкой. В целом курить приятно. Я не могу сказать, что это прям что-то такое, что... Нет, курить приятно, вполне спокойно. Единственное, что пока не догрет. Знаете, когда появились гели для кальяна, случилось так, что многие писали, блядь, это не табак, это хуйня, надо это все выкинуть. Я такое никогда покупать не буду. А что вы теперь скажете? Ну вот мне правда интересно, то есть это все еще гель, ну фактически. Табаком в естественном его восприятии я не могу сказать, что это прям то же самое. Но это же табак. Вот что теперь делать? На что бомбить? Если так рассуждать, да, пропала какая-то романтика, где ты что-то отжимал, там нарезал, какое-то воздушное приминание, вот это все. Вот эту суету наводить уже теперь нельзя. То есть ты достал, полил, готово. Удобно для дома? Скорее, да. Потому что я дома периодически курю плазму, и там тот же смысл, ты налил, поставил коллаут, готово. Здесь как бы ничего не изменилось, только теперь табак. Зачем? Если у них есть гель такой же, я не знаю, честно говоря. В чем преимущество, пока непонятно. Я уже понимаю, что жаростойкость у всего этого на уровне, потому что греется это... Ничего не происходит, то есть оно лежит вообще, хоть бы... Когда мы в начале ролика с вами говорили, что попробуем сделать что-то с касанием или без касания, я правда не представлял, что внутри так. Я думал, там мелко нарезанный, накрошенный табак, это его стюбик. Я правда так думаю. А это действительно какой-то табачный смузи, Ром, ты был прав. Так, Sunstrike, в целом вкус хороший. То есть курица, по крайней мере, приятно. Мы его вот сюда вот отставляем. Мы снимаем колпачок с чашечки. Сейчас немножко подвину. А, нет, не придется. И следующий вкус у нас там Power Race. Это сочный мандарин. Вот он. Вот видишь, типа чашка дымит как бы. О, есть вкус. Нормально. Сочный мандарин с пряной ноткой ароматного лайма. Я бы сказал, что это прям лайм. Терпковато пряный. Мандарин здесь не чувствую. На что-то очень похоже, я не могу понять на что. На вонючку для машины. Такие вот есть с каким-то лаймом. Елочка какая-то у меня была такая. Химозно, мне не нравится. Вот этот вкус мне не нравится. Не отцу. Вот этот вкус мне не зашел. Он очень... Я не могу сказать, что это лайм. Это вот какая-то вот, ну, химозный. Вот, ну, как объяснить? Я не понимаю, как по-другому. Короче, вот этот вкус мне не понравился. Вот те же ананасовые вафли курилось прямо сейчас приятненько. Это какая-то... Ты втираешь мне какую-то дичь. Я... Вот видишь, да, она не греется. Друзья, сейчас вам придется посмотреть срезку дубля, потому что мы вынуждены ждать догрева чаш. Так, третий вкус у нас Solar Grass. Это земляника с лемонграссом. Больше лемонграсса, меньше земляники. Не особо химозно, но слегка горьковато. Не очень приятно такой горьковатый вкус. То есть я чувствую прям много лемонграсса, где-то какие-то ягоды на послевкусии. Как и предыдущие чашечки, очень долго грелась. Точно лучше, чем вот этот Power Race в целом.
вкус. А, мы не будем разбирать все вкусы, потому что это очень такая вкусовщина на любом продукте. Кому-то там нравится лайм, кому-то не нравится. Наша задача — оценить общее впечатление от курения. Так, здесь у нас груша. Вот груша, кстати, курица хорошо. А ты боялся, что она ацетоновая? Да, обычно груша очень ацетоновая, вот здесь достойно, нормально. Есть какой-то слегка, но он на всех есть. Я не курил ни одной груши, чтобы это было вот прям совсем без ацетоновой. Ни одной такой не курил. Слышишь это, да? Друзья, сейчас вы на вашем экране видите вставку, где мы подняли коллаут с прогревающейся чашки Space Smoke, которая в состоянии просто прогрева. И вот то, что вы там сейчас наблюдаете, это происходит внутри чаши. Я не знаю, нормально ли это, но, наверное, нормально. А может и нет. Так, и возвращаясь к груше. В целом приятно. Курица очень на ДС-овскую похожа. В целом приятный аромат. Бля, ну так кипит страшно. Я тоже. Так, и последний вкус у нас Байкал. Кстати, я довел это до перегрева. Как тебе такое? Типа, я понимаю, что смесь перегрета, меня вот сюда поддавливает, но я типа выкуриваю это. Я думал, будет хуже. Но при этом вот... Ну все, 3-4 тяги и нормально. Вкус остается в большом количестве. Байкал достаточно узнаваемый. Кола, кардамон, лимон, вот это вот все. Ну нормально. Конкурентоспособен с другими Байкалами. Общее впечатление. Мне скорее нейтрально, то есть я не вижу в этом ничего плохого. Какой-то аромат понравился, какой-то нет. У всех у них есть общий вкус, общий какой-то вот послевкусие. Не знаю, с чем это связано, с типом ароматизатором или за минеральной основы, которую они примешивают туда. Не знаю, есть общий вкус. То есть он есть в любом случае. Несколько ароматов, вот тот же мандарин с лаймом, мне вообще мимо, то есть я не верю в это. Груша там с вафлями прикольно, Байкал, ну, конкурентоспособно, адекватно. 250 рублей за вот такой тюбик. Если у вас чашечка не маленького расхода, 250 рублей одна забивка. То есть нужно понимать, что чашечка нужна не глубокая, маленькая, и тогда вам хватит на две забивки, иначе будете курить за одну. Прогрев долгий, после перегрева, вот я сейчас попробовал, нормально восстанавливается, и до перегрева доходит очень тяжело. Где-то в лесу, закрываешь глаза, и у тебя... Ты слышишь это? Оно как сверчки. Не слышно? Блин, а я сейчас потратил 30 секунд драгоценных. Я вот прям у моря, где-то там вода журчит, что-то такое. Короче. Ребята, 250 рублей за табак-гель, то есть это такой нестандартный, уже, если гель был сначала нестандартный, они уместили сюда табак, странненько, точно странненько. Для дома, может быть, какие-то вкусы имеют место быть. В кальянную я бы себе не поставил, скорее всего, за счет, наверное, хотя то, что оно долго греется, не перегревается, это хорошо, но за счет химозности и вот общего привкуса мне не очень нравится. Короче, я вам рассказал все, что мог рассказать, все, что с вами впервые это прокурил, рассказал, впечатлился и не впечатлился. Мы с вами посмотрели, ваша задача — попробовать и составить свое мнение самостоятельно. Всегда, друзья, слушайте самого себя, проверяйте все на себе и делайте вывод только от себя. Вам спасибо, что посмотрели. Не забывайте, что у нас в ссылочке в описании есть на наш телеграм-чатик, на наш инстаграм. Там все активности, популярности, розыгрыши и так далее. Как всегда, слушайте хорошую музыку, курите кальяны и любите своих женщин. Пока-пока.